Всем привет! А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю новые ролики и еще множество интересного контента. Так что добавляйся, не хватает именно тебя. Я уже снимала пару роликов по делику с тушками или шкурами опасных хищников для Крипса. Сегодня будет небольшое дополнение. Давайте начнем с новичков-торговцев. У многих нет охотничьих повозок по тем или иным причинам. Для них самое быстрое и оптимальное решение, как выполнить этот дейлик, это поставить лагерь в штате Лемойн. Тем более весь месяц переставлять лагерь можно бесплатно. Аллигаторов в данном штате всегда в избытке, правда спаун бывает изредка сломан. Так что натаскать шкуры или туши рептилий в свой лагерь не займет так уж много времени. Да и к тому же крокодилов можно тащить на лассо, что весьма удобно. Выполнил дейлик, переставил лагерь в более престижный район и поехал охотиться или чем-то другим заниматься. Ну а зажиточным и бывалым торговцам можно особо не заморачиваться с поездкой в край болот, лягушек и черепах. Все необходимое добро вы можете хранить в своей охотничьей повозке и не устраивать геноцид друзьям Чебурашки. Вместимость повозки наглядно показана в ролике. Но на всякий случай я перечислю предметы. Итак, шкура волка в количестве 50 штук. Мелких крокодилов только сегодня настреляла. Я так понимаю, шкуры этих мелких хищников помещаются в телегу по 50 штук. Шкуры крупных аллигаторов влезает всего 5. И ровно 5 тушек мелких крокодила может храниться в телеге. Ну а надо ли забивать свою повозку всем этим хламом? Это уже на усмотрение игроков. Я, к примеру, не спеша собирала шкуры санитаров леса, что мне попадались на моем пути. Собственно, этими наблюдениями я и хотела поделиться с вами. Поэтому правильно распоряжайтесь свободным местом в вашей повозке. Желаю всем приятной игры!